забрать микрофоны. Эту песню так петь, это блин. Да, это старая форма аранжировки фольк-рока просто. Это так видят, почему? Это звучит. Это их вкус. Это только музыкальный вкус. Я слушала очень хорошую певицу, прекрасно почувствующую эту песню. Спета только я переключила телевизор «Ностальгию», канал «Ностальгию», и там это звучала эта музыка. Потому что это аранжировка даже не 90-х, а 80-х. Современная музыка, я хочу чувствовать сейчас, получить информацию всю секундную и быть счастливой вот сейчас, а не перейти где-то 80-х. Может, і без ансамбля? Та ні, ну що ви, фіра, ви розумієте, тут 4 колеса має бути. А що ж у вас 5 тут? Я за коня. Голосуємо з сусідом. Я говорю, да. За таку філігранну популяризацію народної пісні і українства, як такого, я не можу вам сказати ні. Це чудово, це шикарно. Це фантастично було, класно. Дякую. Я вам скажу ні. Я не вірю в ваші перспективи як колектива. Это должен быть завтрашний день. И мне очень хочется в это поверить. И поэтому я вам говорю «да». Да! Только от вас 10 раз больше будем просить и требовать на следующий. Дякую вам. Дякую. Клянусь, ну, от она в группе... Я с тобой все побачу. Не пройдет. Я с тобой. Живем, побачим. Но то, что они услышали от нас, это было важно, чтобы да, они конечно, услышали. Да, конечно, очень важно. Ну, довезла вас ваша фіра туди, куди ви хотіли. Наша фіра проїжджає там, де не проходять машини, де танки не їдуть. Фіра правильно проїжджає всюди. Я вам тільки, знаєте, хочу сказати, що... Набирайтеся десь наснаги такої саме першородної, першозданної. Дуже хотілося б, щоб у вас надалі такий ж був шлях. Дякую. Гарний, як дякую. Сьогодні. Дякую. Дякуємо. До зустрічі в таборі. До побачення.